Закройте глаза. Представьте себе, что вы очень устали и вам хочется отдохнуть. Отгоните от себя все тревоги и мысли. Отгоните от себя все тревоги и мысли. Вообще на санатории и профилактории смотрят как на учреждение оздоровительно-развлекательного типа, где можно калорийно покушать, поразвлекаться и уйти, так сказать, оставив все заботы о своем здоровье на плечи и совесть медицинских работников. Мы же проповедуем определенный аскетизм. Для чего? Для того, чтобы человек в большей степени заботился о своем здоровье сам. Как же мы укрепляем здоровье здесь, в профилактории? Это прежде всего стараемся ввести максимально в лечебный процесс естественные природные факторы. То есть подчеркиваем всегда мысль, что природа создала болезнь, но в природе всегда есть факторы, которые бы излечили эту болезнь. Основная наша задача — внушить пациентам, прошедшим курс лечения, а что же делать для того, чтобы не заболеть. Лечение в нашем профилактории строится на принципах, как будто человек ступает по лестницам. Первое – это разумный образ жизни. Второе – рациональная диета. Диета строится по принципу «наша пища – наше лекарство». Третья ступень – это медикаментозное лечение и фитотерапия, то есть лечение лекарственными растениями. Основным методом лечения в нашем профилактории является лечение травами. Мы готовим 8 настоев трав, каждый из которых состоит из 8-12 трав. Заготовка трав, хранение трав, приготовление – все это держится на энтузиазме сотрудников. Мы стараемся подбирать людей, преданных медицине, к делу постановки лечебного процесса профилактории. Еду я из поля в поле, в зеленые луга, в дольные места, по утренним и вечерним зорям. Умываюсь медвяной росою, утираюсь солнцем, облекаюсь облаками,
опоясываюсь чистыми звездами. Еду я во чистом поле, а во чистом поле растет одолень трава. Одолень трава, не я тебя поливал, не я тебя породил. Породила мать сыра земля. Поливали тебя девки простоволосые, бабы-самокрутки. Одолень трава, одолей ты злых людей. Спрячу я тебя, одолень трава, у ретевого сердца, во всем пути и во всей дороженьке. Отгоните от себя все тревоги и мысли. Расслабьте мышцы своего тела. Ничто вас не беспокоит и не тревожит. С каждым днем я становлюсь сдержаннее и увереннее в себе. Крепнет моя воля. Я спокоен.